что в странах Запада давным-давно уже люди убирают за своими домашними питомцами, и я считаю, что это не составляет никакого труда легко убрать за ними. И я знаю точно, что многие жители города Полтава, которые имеют своих любимцев, я знаю, что уже давно, давным-давно используют эти правила. Более того, я хотела бы сказать именно про выгул животных на поводках. Но прежде всего, это безопасность людей, ну и безопасность самого животного. Потому что, когда животное находится на самовыгуле, оно может убежать и попасть просто, пополнить ряды бездомных животных нашего города.